пошло. Привет всем, ребята. Сейчас мы будем Renault Logan полировать. Такой вот полиролик, как она. Такая чистая. Не то, что там глубоко, а что, а так чисто, чтобы блеск ей придать. Вот сейчас моя дочь будет полировать. Давай. Брызг, как я тебе показывал. Так, так. Ну давай еще. Так, на теперь. Тряпочку с круговым движением, давай. Чтобы она вроде как высыхала, смотри, чтобы разводов не было. Похоже на молоко. Папа, где разводы? А вот. Такие вот ты их увидишь. Вот так вот три, как можно, так. Пускай, конечно, круговым движением. А почему круговыми? А оно, знаешь что? Лучше все втирается. Здесь так уж. Так круговым движением. Тем более темный цвет. И грязи не будет, да? На, брызгай. Давай другую дверь. Брызгай вон тут. Давай. Ага, подержи. Так, по всей двери. Ага. Хорош. Капли потекли, не надо уже. Давай. Ага. Давай. Дед, все вот так справляется. Все получается у тебя там? Да, пап. Молодец. Уже начинает сверкать. Да, мы с тобой такие крутые. И с дедушкой. Супер-пупер профессионалы. Наша с тобой мини-полировочка, да? Угу. Так, чуть-чуть. Круговыми движениями всю дверь. Если слишком высохло, то давай с тобой еще брызнем. Все, пап. Что, нормально все? Нет, еще и все. Ну смотри сама. Все. Что, она у нас блестеть начинает потихоньку, да? Угу. Более-менее после помывки. Вот она. О! Так, тут видишь разводы, вот это разводы. Ух ты, там собачка. Ты на одном месте, не три. Ну, как там все? Ну, давай посмотрим сюда вот. Ну, в принципе, мы вот так вот полируем нашу машину. Ух после ты. Помойки. И даже дедушка отражается. Помывки. Ну, всем спасибо.